Наше время тогда и сейчас. В нашей студии два поколения, два разных взгляда на жизнь. И мы пытаемся понять, что нас объединяет. И почему мы такие разные. Сегодня у нас в гостях потрясающая певица, обладательница одного из красивейших голосов советской эстрады. Соловей Средней Азии. Женщина с хрупкой фигурой, сильным характером и неземным голосом. Роза Рымбаева. Очень рада вас видеть в нашей студии. С вами сегодня пришли сюда ваши друзья. Они тоже хотят поговорить, им интересно пообщаться с молодым поколением. Почему именно эти люди пришли с вами? Ну, во-первых, мы все уже как сестры родные стали за эти годы. Мы все одновременно начали с конкурсов. На всесоюзных конкурсах мы все подружились. Но я перебью тебя, но первый конкурс у нас был у Розы и у меня. В Риге? Нет, первый нет, конкурс. Нет, это со мной в Риге, в 77-м году. Всесоюзный телевизионный конкурс «Песни по жизни». Это 77-й год. Я, значит, самая. Сначала Роза, потом Наташа. Значит, я самая ранняя. В том году мы с ней в Риге соревновались. Да, ты первую премию получила, а мне дали третью. Я так плакала вообще. Сказала, больше не поеду. Наташа, я об этом вообще не знала, потому что мы с тобой там подружились, как-то сразу язык нашли. Ты меня даже просила за кулисами подпеть твою песню. А да. Когда я тебе подпевала, мне микрофон не включили. Березы, русские березы. Вы на меня обиделись, как будто я специально это сделала. Ну, да, откуда я знала? Да. Я помню этот случай, потому что... И потом, когда я ездила на конкурсы, всегда, когда была ты, мне никогда не доставалась первая премия. Всегда так было. Если вместе на конкурс, значит, ей первая, мне третья, или вторая какая-нибудь. Не подождите, я должна все-таки вмешаться. Может быть, вам и не доставалась первая премия, но перед нами сидит народная артистка Узбекистана. Наталья Нурмухамедова.
ваша любимица. Если вы говорили о конкурсах, то я хочу сказать, не в обиду вам, мои дорогие и любимые певицы, с которыми я тоже прошла очень большую часть своего пути, а ведь Роза – это первая певица из Казахстана, которая представляла нашу страну, Советский Союз, на международных конкурсах. Ну, потому это что я выиграла конкурс всесоюзный. Да. Такая, знаете, очаровательная восточная красавица в белом платьице. Вот что это для вас было в те годы? И, может быть, сейчас, вы, оборачиваясь назад, как вспоминаете то время? Я вспоминаю нашу молодость вот с нашими девчатами с особым волнением, с трепетом, потому что это были наши первые шаги. Мы все начинали с конкурсов. И когда мы выходили на сцену, это была такой богатая, можно сказать, богатая география нашего Советского Союза. Представители всех республик. Надюша, Чепрага, Молдавия. Я тоже. Ксения Георгиадия. И Россия, и Греция, и я не знаю, еще Ташкент. Кавказ. Ташкент. Мы все представляли свою республику, заодно кроме мы все того, представляли еще и союз. Да, Советский Союз. Мы все потом стали ведь лауреатами международных конкурсов. Мы все выезжали на конкурсы уже от Советского Союза. Вот вы с таким азартом включились в тему, в тему конкурсов, как вы ознакомились. Я понимаю, что вы были молодыми, зажигательными, но тем не менее, конкурс – это же соревнование. Это соревнование. Вы как-то друг друга... И не забывайте, что в те времена не было продюсеров, не было стилистов, которые бы говорили, что ты должен одеться так, у тебя должна быть такая прическа. Были такие гримеры. Кто же вам помогал найти на платье? На телевидении такие гримеры были. Сами шили. Что? Сами и очень шили. часто многие, кто умеет, у кого руки, так сказать, откуда надо, растут, сами шили костюмы. Ну, Роза, я думаю, до сих пор может надевать свои платья юности, потому что фигура не изменилась ни на один миллиметр. Да, мы ей завидуем. Потрясающе, Роза, просто вот вам восхищение. Мои родители, а у нас такое ощущение, что Роза совершенно не изменилась с того времени. Абсолютно. Да, она помолодела даже. Я готовлюсь отметить 40-летие своего творчества на сцене, так что я нисколько не молодая. Я начала, ведь 18 лет я начала участвовать на конкурсе. Она самая молоденькая была, 18 лет. Песня «Аллея», да? Да, это был 76-й год. А вы ведь аккомпанировали Розу очень часто, да? У меня такое ощущение, что вы должны быть почти как родственники уже, нет? Я всегда говорю, что Розочка моя сестра. И мои первые шаги начинались именно с группы «Арай». Это была группа, которая аккомпанировала Розочке. И мы с ней проработали 5 лет. И это время было, конечно, потрясающе для всех нас. Вот, пожалуйста, группа «Арай», которая, кстати, потом и преобразовалась в группу «А-студио». Для нас это было время профессиональной работы. Я, например, для меня огромное счастье было то, что я работал с Розой, потому что именно отношение к... Вот, пожалуйста, надо же. Да. Вот оно. Отношение к музыке, к работе у Розы потрясающее. Она сейчас поет, мне кажется, лучше, чем раньше. Поэтому огромное счастье было работать вместе с такой певицей. А Надежда сидит с букетом. Вы поклонница таланта Розы. Я хочу подруги. Вам сказать, что нас связывает с Розой. Что Роза? Что розы? Ну, я же розы. Подожди. Розы. Белые смотри, какие розы, как ты. Я хочу сказать, Надежда. Салатовые розы. Во-первых. Да. Во-первых, Таня, послушайте, во-первых. Спасибо, моя дорогая. Им чтоб ты ште и нема, и нема, и нема, шты. Да-да-да, и все. Примывара. Всегда была как роза. У меня есть поклонник в Казахстане. И вдруг по интернету мне посылают, как Роза поет «Примавары» в Казахстане. На молдавском языке. На молдавском? Да, на молдавском языке. У нас так что нас связывает музыка. Наш национальный флаг всегда. Музыка нас связала. Да. Я где-то примерно на 9 языках пою. У меня есть вот песни разных национальностей. Роза, я на этих праздниках пою всегда эти песни. Слава тех лет. Победы на всех конкурсах международных, где вы были. А вот потом распался Советский Союз. Как сложилась дальше ваша судьба? Почему вы вдруг исчезли как-то вот из нашей жизни? Конечно, мне очень приятно, что вспоминаете мои самые первые годы. А потом развал страны. Каждая республика зажила своей жизнью.
Я в основном до сих пор гастролирую у себя в Казахстане, но когда приглашает Москва или другие страны, я, конечно, лечу с удовольствием, потому что для меня это особое волнение, радость, встречи с моими друзьями, с моими слушателями, которые меня помнят. Конечно. Но если не эта молодежь, то их родители точно помнят, потому что... Роза, в своей стране вы, безусловно, королева. А спасибо. Что надо сделать, чтобы оставаться на гребне всегда, вот на этом троне королевском? Дело в том, что я вот никогда не старалась быть как актуально модной, чересчур экстравагантной, эпатажной. Я к этому никогда не стремилась. Я прежде всего стремилась к красивой музыке. И сохранять свое лицо. Хорошим песням. Сохраняя свой образ, свое вот понимание этой музыки. Я этот образ до сих пор держу. Я именно в этом стиле до сих пор пою, работаю. И он мой стиль требовал. Это рымбаевский стиль. Да. Это музыка нашего времени. Молодец. Это нашей молодости. И когда я приезжаю в Москву, в Ленинград, естественно, я вспоминаю те песни, с которыми я выходила на сцену. Это песни советских композиторов вместе с нашими казахскими авторами. Один из них сегодня со мною приехал в Москву. Композитор Еркан Антыкпаев, мой большой друг. И, конечно, Батырхан Шукенов. Его песни я тоже пою. А изменилась публика вот того времени и нынешнего? Вы знаете, молодежь приходит всегда с интересом, потому что это с Казахстана, певица, которую мы мало знаем, что же будет интересного. И, конечно, когда они начинают слушать, естественно, они дают достойную оценку, потому что профессионал есть профессионал, случайность есть случайность. Поэтому я думаю, что они ценят нас именно по профессионализму. Но в советское время вам же всем приходилось очень много гастролировать. Да. Это и БАМ, и наши с вами, помните, да. Гастроли. Мы гастролировали с оркестром Всесоюзного радиотелевидения, да. Где вы были ведущей, да. Где выходили вот скажите, представители Роза, разных республик. И Надюша, Ксения, Наташ, вот те гастроли, да, мы знаем, с какими трудностями мы все сталкивались. Да. У вас тогда не было никакого райдера. Сегодня райдер... У нас зато артистка... был с собой кипятильник и маленькая кружка. Ксения, расскажи вот про в то время, как вы покоряли публику, вы звезды первой величины, вся страна приходила на концерты, стонала, аплодировала, пела вместе с ними. Я и думаю, никакого что, райдера. Я думаю, что мы побеждали. А мы вообще не знали, что это такое. На всесоюзных конкурсах побеждали особые голоса. И когда эти голоса уже гастролировали по стране, уже нас действительно встречали за талант прежде всего. И самые яркие певцы тех лет, они до сих пор в форме, поют, заодно они представляют свою нацию, свою республику, свою страну. Они все равно остались, они не изменились, они сохранили свою индивидуальность. Сохранили, вот хорошо, сохранили. Ну, не знаю. Я слышала, что вот у Ксении две индивидуальности. Почему-то ее кое-кто за кулисами называет Кобзон в юбке. Это почему? Это потому, что у меня как-то один раз, единственный раз в жизни получилось так, что в день было 4 сольных концерта. Сольных! Вы представляете, что такое? Когда мы прилетели... Ты живьем пела, не под фонограмму? Да, конечно. Какой там фонограмма? Мы не знали, что это такое. Сзади состав, вообще не знали, что это такое. Сзади состав, и выходишь, и поешь. И получилось так, что было запланировано 2 концерта. 6:08. Ну, ты Кобзон. 6:08. Потом, так как билеты сразу продали, администратор решил, что, а давай сделаем их 4. 4 тут же продали, давай сделаем 2. И в итоге я прилетаю в 12, и он бегом, быстрее, ребят, а аппаратуру с собой возили. Быстрее загружайтесь, быстро мы опаздываем. Куда опаздываем? У нас 6:08. Нет, у нас в 2, в 4, в 6:08. Как, говорю, 4? Да вы что, с ума сошли? Ничего, и вы знаете, после того, как я отработала все 4 концерта, вот тогда меня и назвали Кобзон в юбке.
Вот у меня было 6 концертов с Высоцким. Вообще, мы начинали в 8 часов утра. По отделению. Да? Я очень хорошо помню, когда мне уже я пою, долго слишком пою в первом отделении, они начинают кричать: уходи уже, надоело, уходи, давай Высоцкого. Мне приходилось все это вот так вот выдерживать. Кто, зрители? Да, да, уходи, конечно, надоело уже. Я говорю: подождите, можно спеть еще пару песен, а то мне не заплатят. И таким образом проходили. А главное было бы на что? Главное, ставочки-то были 5, 7, 50, 8, 50. Да, ну вот что, такие ставки. Надо было отработать. И вот за эти деньги она терпела. Такой. Ну а что, да? И даже когда у меня было плохо с голосом, Высоцкий мне говорил: ладно, я спою лишние 2 песни, ладно, 2 песенки зарисуйся. Отдыхай, да? Да, ладно, ладно. Лена, я помню, как мы в Кемерове, нас гримировали, чтобы мы спустились в шахту. И вышли оттуда все черные-черные на песню года. Помню? Да, я помню, да. Вы посмотрите назад. Лес рук. К вам с вопросами. Ой, пожалуйста. Интересно. Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Ксения Капустина, и мне 14 лет. Ксения! Тезка моя! Здравствуйте. И у меня вопрос к Розе. Роза, скажите, пожалуйста, как вы справляетесь с волнением перед выходом на сцену? Оно у вас есть до сих пор? Конечно, ну, есть. Конечно. Это творческое волнение. Я не переживаю за голос, там, что я где-то сорву голос. Я просто переживаю, как же будет аппаратура, как же будет со светом, не споткнусь ли я. Потому что всегда происходит это неожиданно, когда ты не ждешь ничего. За пение я волнуюсь за образ, наверное, чтобы мой образ дошел до зрителя, чтобы они меня восприняли сразу, поняли. Конечно, волнение всегда есть творческое. Пожалуйста. Еще пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Даниил Прилепский. У меня обращение к Розе. А кто вас научил петь? Сами или родители, или ваш педагог? Вы знаете, я, дорогие ребята, я почти 40 лет уже на сцене пою. Я до сих пор работаю над своим голосом. Я распеваюсь. Я распеваюсь хорошими вокалистами, педагогами. Потому что если не работать над голосом, он может просто пропасть, исчезнуть. Да. С возрастом голос меняется, теряет какие-то краски, силу. Эластичность. Да. И поэтому над голосом надо всю жизнь работать. Так как я с детства мечтала стать певицей, естественно, в школе со мной занимались педагоги, в музыкальном училище со мной занимались. В академии театральном со мной занимались педагоги. После окончания института, естественно, я продолжаю петь сольные всегда концерты. И обязательно после гастролей я привожу порядок в свой голос. Это то же самое, что спортсмену надо держать форму. Над голосом надо всегда работать. Правильно. Но, Роза, как говорил твой муж Тоскин, он говорил, что она родилась в степях, и поэтому, чтобы было слышно везде ее голос, она выходила, так пела, да, и поэтому у нее такой необычный тембр. Мощный. Ну, так говорил Тоскин. Песни настолько широкие, действительно, как наши степи. Да, да, надо иметь действительно настоящий голос, чтобы звучали эти песни по-настоящему, по-народному. Меня зовут Антон, у меня тоже вопрос к Розе. А скажите, пожалуйста, а кого вы считали самым основным конкурентом? Может быть, Аллу Борисовну Пугачеву, Софию Ротару, может быть, кого-то еще? В свое время меня включили в этот список ведущих певиц страны, так как я побеждала конкурсы, я попала почему-то именно в этот состав. Алла Пугачева, София Ротару и Роза Рымбаева. Хотя я намного их младше была, они были опытные певицы, заслуженные. Я хочу сказать, в творчестве конкуренция всегда есть. В каком бы ты возрасте, в какое время ты бы не пела, например, сегодня молодежь, наше поколение, настоящие профессионалы, мастера, они тоже все мои конкуренты. Но я всегда, сохраняя свою индивидуальность, я стараюсь быть просто убедительной, яркой, выбрать хорошие песни, и чтобы как профессионал достойно всегда выглядеть на сцене и звучать. Вы только что сказали о том, что вы всегда стремитесь выглядеть достойно на сцене. А как выглядеть вот так же прекрасно, как вы выглядите просто в жизни? Как это спасибо у вас получается? Большое. Это мои гены. Мои родители, они были худые, они никогда не были полные. И вся моя семья, все мои родственники, братья, сестры, они такие же, как я, худые, стройные. В этом плане мне просто повезло. Я не держу какую-то диету, просто я вот... То есть такая, как пластик, какая была, всю жизнь. Это мы не доедаем. Мы все время голодаем, не доедаем. А у них это не мы стараемся. Никогда ничего не было, да?
Я думаю, моя худоба это ген. Прежде всего. Вы же просто над лицом надо работать. Над лицом надо работать. Женщинам особенно. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и у меня вопрос ко всем. Что вы не можете простить в своей жизни? Есть такие вещи, которые вы никогда не простили? Вообще в жизни надо прощать, всегда. Я, например, всегда прощаю, потому что будешь прощать, будешь простима. Я думаю, каждый человек поступает именно по своему уровню интеллекта, правильно, понимания, духовному по своей развитию. Совести. Если он бессовестно, он будет обманывать, врать, делать подлости. А если честный человек, он себе никогда этих подлостей не позволит. А вот вы все. Когда-нибудь обманывали? Кого? Ну, кого-нибудь. Смотря кого. Да-да-да, кого? Кого-нибудь. Публику. Не, публику никогда. Ну, так, никогда. Так мы пели живьем. Кому-то там дорогу перейти или поступить подло, конечно, такого я себе никогда не позволю. Наташа, вот ты сказала, мы пели живьем. Мы тогда вообще не понимали, как... Вот сейчас, когда пишут, он спел живьем. Господи, он событие какое-то. Прямой эфир. Слушайте, если ты певец, как же ты можешь иначе спеть? Живой звук. Я вот не понимаю. Живой звук. И это, представляете, событие. Да вы что, я что-то... Для нас это... Тогда мы не понимали этого, и мы не знали, что это такое. Уходили, техники пели. Ведь не было. Ну, как можно искренне что-то донести до публики, если живьем уже записано где-то, и ты просто изображаешь. Конечно, нету искренности той. А мы чем побеждали? Потому что мы выходили, и все. Вот все, что там было, мы все отдавали. Все, мы так любили публику, музыку, я не знаю. Певцы были просто яркие, индивидуальные, яркие, неповторимые. Да. Вы бы вообще спели бы тогда под фонограмму? Вряд ли. Если бы у вас была возможность, например. Я плакала очень долго, когда привыкала к этим фонограммам. Я плакала каждый раз. Надо признать, вот Лина скажет сейчас, и кстати, Танечка, вы тоже. Вот раньше, именно когда идут телепередачи, там под плюс выходили, пели, потому что невозможно было настроить огромный оркестр Силантьева, Михайлова, чтобы звучал каждый инструмент. Тогда мы пели, но мы мучились. Это были муки. Все время надо попасть было. Попасть надо было. Это стоишь, эмоции, как попасть? А когда ты выходишь и поешь то, что ты сейчас чувствуешь, и чувствуешь реакцию зала, энергетику эту, то это была свобода, понимаете? Здравствуйте, меня зовут Мария Знатнова, и у меня к вам вопрос, Роза. А есть поступки, о которых вы жалеете? Я думаю, что жалеть о прошлом и постоянно грустить, и внутри себя съедать, мне кажется, это не очень хорошо. Надо жить будущим. Конечно, было много ошибок в жизни. А кто не ошибается? Но на ошибках мы учимся. Вот именно. Да. Где-то какие-то глупости позволяли себе, нескромности, может, потому что были молодые. Благодаря ошибкам мы становимся мудрее. И сильнее. И сильнее. А какие конкретно ошибки? Ах, и конкретно еще вот вспомнил. Это сложный вопрос. Да. Конкретно не ту ноту спела. Я просто не могу конкретно вспомнить такую большую ошибку. Но я думаю, что где-то, может быть, мы позволяли себе, что мы звезды, нам нужно люкс гостиницы, например, да, или там какой-нибудь получше транспорт. Сейчас, конечно, там даже цвет машины пишут, да? Цвет машины, слушай, цвет, я там, это, когда я прочитала там, один райдер одной певицы, я была в шоке. Я приехала в Мурманск, мне говорят, вы простите, вы райдера не прислали, мы вот на черной машине вас встречаем. Я говорю, и что, говорю, она ездит, ну и поехали, говорю. Он говорит, ой, что вы, а то вот у нас была певица, и именно белая должна, мы искали, и обязательно одной марки. Но я себе конкретно не помню, чтоб я... такое что-то позволяло. Но я думаю, что без ошибок просто не бывает. Какие-то в жизни ошибки, не только в творчестве. Боже мой! Вот принципиально! Пока еще я действую, мне кажется, верно. Пока я без ошибок действую. Здравствуйте. Меня зовут Елизавета Манихина. У меня вопрос к Розе. Вы верите в любовь на всю жизнь? Что касается любви до конца, до гроба, это пример мои родители. Мои родители прожили... вместе 70 лет. Вот ты сказала. Я прошу прощения, но никто не знает, что Роза эти дни похоронила отца. И приехала все равно сюда. Давайте встанем и помянем его, ее отца.
Спасибо, дорогая. Вы знаете, я должна добавить еще одну печальную ноту в это трагическое событие для Розы. У нее это не первая потеря, Надюша. Да. Вот, да, Роза, конечно, не хочется, знаете, какую-то боль вам доставлять, но вот расскажите, ведь ваш муж для вас очень много значил. Вы однажды сказали, что это была самая главная победа в вашей жизни. Расскажите, да, о своей любви, да, о вашем муже, о детях. Он услышал меня на республиканском конкурсе в 1975 году, песня «В боевом строю». Я певица, молодая, юная певица из Семипалатинска, приезжая в Алматы, и впервые я выступала с большим оркестром. Я победила на этом конкурсе. После конкурса меня пригласили солисткой в ансамбль «Гульдыр» уже в Алматы, в нашу столицу. И где был дирижер? Мой муж. Он, в общем-то, в основном и приглашал меня уже выйти на профессиональный. Я собиралась закончить училище, потом уже начинать пение. Нет, говорит, вам надо сейчас приехать в Алматы, переехать и стать певицей. И с первого дня работы на сцене, конечно, он был моим дирижером, моим художественным руководителем. Да, а потом, да, мы поженились. Так, и да, все мои конкурсы, многие мои конкурсы, он стоял за пультом, за дирижерским пультом. Многие гастроли с зарубежными оркестрами, всегда он был моим дирижером. Он основал группу «Арай», в составе которого начинал Батырхан Шукенов, Байгали Серкебаев. Сегодняшняя А-студия, это вот был руководителем художественным мой муж Таскан Акап. Самые замечательные, талантливые музыканты начинали под руководством моего мужа. Да. Роза, ну вот все-таки ваши личные отношения. Что, по-вашему, такое настоящая женщина, настоящий мужчина? И как они должны вот быть вместе? Я думаю, когда люди друг друга поддерживают в жизни, понимают, умеют прощать, умеют терпеть. Я думаю, что каждый член семьи, муж или жена, они должны жить ради семьи, ради друг друга. Я думаю, тогда будет семья. Я вот очень хорошо помню эти годы ее первоначальные. Я помню, что он с ней прям как с ребенком все равно. Он как-то так, как дитё ее, так теребил, там все время с ней сисюкался. Я это помню хорошо. Даже на сборные большие концерты, фестивали. Но вы же остались одна с двумя маленькими детьми. Что случилось? Почему ваш муж так рано умер? Сердце. Он утром просто не проснулся, как это происходит во сне у многих. Как вы выживали? У вас же маленькие дети. Да, я с грудным ребенком в руках и с маленьким сыном Алишкой стала просто гастролировать, делать новые концертные программы. Меня работа, меня творчество спасло. Спасла работа. Да. Ну, насколько я знаю, вот Роза, сын, у вас ведь потом еще двое детей появилось. Да, у вас это... их было четверо в результате. Две девочки осиротели. Это девочки, дети старшего брата моего мужа. Умер сначала отец, потом умерла мама. И две девочки остались осиротели, я их себе забрала. Да, да. То есть вы вырастили четверых детей? Четверо детей, да. Ну, девочки уже выросли, окончили институт, вышли замуж. Сейчас они я с двумя сыновьями. Они вас мамой называли? Нет, тетя Роза называли, тетя потому Роза, что они-то остались подростками со мною. Но я официально оформила их как опекун. Как своих детей, да? Да, как своих детей. Роза, ну, Роза, вот... вы так говорите, да, что как будто это ничего не стоило. Как это с четырьмя детьми? Ну, Роза... они мне помогали. У меня дети младшие. Грудной и Алишка первый класс, они мне помогали вот, в воспитании детей. Я уезжала на гастроли, я знала, что эти девочки с ними остаются. А они... кто-то еще вам помогал в этой? Ну, конечно, у казахов. Мы многодетная семья, у меня сестры, братья. Мы все друг другу помогаем, так всегда. Сегодня мы чествуем всех, кто освободил мир от фашизма. Августа 1941 года мы погнали немцев на запад. Это вот ужас, который 4 года висел. Он не может уже даже говорить. Пристрели меня. И этот счастлив, что спас товарища. Вот это было лицо войны, очень страшное. Мы все живем благодаря вам. Спасибо вам большое. Мы ликовали, танцевали, обнимались. Праздник со слезами на глазах. День победы! День победы! День победы!
Но все-таки, а вот вы как считаете, для женщины, может быть, для женщины Казахстана или вообще для женщины, все-таки что должно быть главное, семья или творчество, карьера? Я думаю, женщина, которая состоялась как мать, как жена, это настоящая женщина. Она может тогда и творить искренне, молодец, дарить людям радость. Она, в общем, по-другому как-то к жизни и к своей профессии, к работе по-другому относится. Женщина, которая имеет детей, которая имеет семью. Я думаю, у нее просто двойная нагрузка идет, но она почему-то везде успевает. Справляется, да. Батырхан, я просто не очень в курсе, поэтому, может, задам глупый вопрос. А Роза сейчас не замужем? Ну, она не замужем, но огромное количество поклонников у Розы, которые ее любят. Вот и я про это. Ну, а почему она так стойко никого не подпускает больше к себе? Ну, знаете, это очень непросто все. Отношения, которые были, и память, и быть рядом с такой певицей и человеком очень быть сложно. Это тот уровень, который... которому надо соответствовать. Ну, поэтому... при чем здесь певица? Она же еще и женщина. Во-первых, красивая, да, талантливая. Я об этом говорю. Понятно, что она очень хорошая. Не каждый осмелится, Мужчины, они боятся таких женщин. Да. Женщин самостоятельных. Женщина четверых детей вырастила. Да, это же праздник. Они комплексуют, поверьте мне. Наверняка есть полно мужчин, которые хотели бы... объясните, что мы за вас думаем и решаем? Вы хотели выйти замуж? Я хотела иметь рядом, конечно, человека, который поддерживает меня в жизни, который может быть мне опорой, поддерживать духовно меня, близкого, помогать, да, в моей, конечно, работе и понимал меня как творческого человека, конечно, как женщину. Ну, я надежды не теряю. Мы собрались в этой студии с огромным количеством приятных, симпатичных, очень умных молодых людей. Вот встретились два поколения. Может быть, у вас есть какие-то вопросы к ним? Вот что вам непонятно, может быть, у них? Почему вам кажется, что, может быть, они живут как-то не так? Может быть, что-то им надо посоветовать? Пожалуйста. У меня вот, я очень много слушаю конкурсов, сижу сама в жюри. И вот единственное, что у меня всегда вопрос к детям. Почему вы выбираете английские песни? Почему вы не покопаетесь в наших старых русских песнях? Сделайте их по-новому, по-своему. Споете совершенно не как мы. Уже свое какое-то видение. Здравствуйте, меня зовут Николета Шонус. Я занимаюсь в театре студии «Непоседы». Мне кажется, что наши поколение сейчас слушает больше песен на английском языке, чем на русском, потому почему? Что... Ну, потому что мне кажется, вот как мне лично кажется, что английский более мелодично звучит в песнях. А вот вы спойте какой по-русски, так как по-английски. Вот в этом-то весь и вся индивидуальность человека. Мы же тоже на английских учились, но петь-то мы пели на русском и так, что, в общем-то, интересно было. Нет, в принципе, мы поем и на русском, и на английском, но для каждого... каждый выбирает себе, что нравится. Ну, я не про «Непоседы» говорю, они-то как раз молодцы. Они... Вот «Непоседы», потому что уже есть группа, которая несет поэтому свою... А я про остальные. А я бы хотела спросить, девочки, мальчики, тут разное поколение, я смотрю, и совсем маленькие, и постарше. Ну вот, в школах сейчас стали одевать совсем уж коротенькие юбочки, правильно, некоторые подкрашиваются и ведут себя слишком уж... Слишком по-взрослому. Уж... Да, по-взрослому. Вот как это вы... Завидно. Нет, мы в 25 нет. тоже нет. ходили в коротеньких. Мы, например, в школе до 10 класса ни в коем случае не красились, ни на чесы там, да. и одевали школьную носить, форму. Вы как считаете? Вы как считаете, что это правильно, что вы можете в школу ходить, как вам нравится, все, подкрашиваться? Ходят в том-то и дело. На самом деле, как представитель либерального поколения, я бы должна была сказать, что каждый должен выбирать себе то, что он будет носить, то, что это зависит лично от человека, но, честно говоря, я с вами согласна. И я в 10 классе, но все же я бы никогда не надела мини-юбку в школу, потому что, во-первых, школа — это не то место, где нужно штанишки разодрала. Она сейчас не в школе. А у ребят какое мнение? А что ребята скажут по поводу того, что девочки в коротких юбках? Это вам больше нравится или как? Засмущаю. Здравствуйте, меня зовут Даниил. Я считаю, что это, конечно, привлекательно, но...
Но я все-таки согласен с тем, что вот если в школу ходить, тогда лучше надевать форму. Отвлекает, отвлекает от науки, да, отвлекает. И не красится, правильно? И не красится. Ну, красится, я считаю, что хотя это правильно. Да все красивые, не крашеные. Зачем молодым красивым девочкам красить? Это нам надо краситься. А девчонкам-то зачем? Они и так красивые. Да, конечно, здорово. Ну, это да. Успейте еще, еще успеете. Дорогие друзья, огромная радость, во-первых, видеть вас сегодня здесь. У вас такие светлые лица, глаза горят. И приятно то, что вы так реагировали на музыку, которую сегодня мы исполняли с Розочкой. И вот в связи с этим вопрос. Что вам интересно в той музыке, которую вы сейчас слушаете? А это, скажем, песня на английском языке. И та музыка, которую вы слушаете по, ну, скажем так, российским музыкальным телеканалам, песни, которые на русском. Вот кто ответит на этот вопрос? Пожалуйста. Меня зовут Дарья, мне 16 лет. И я хочу сказать, что я песни очень четко распределяю на зарубежные и наши российские. Так вот, зарубежных мне очень важен ритм, мне важно, чтобы мне хотелось под ним танцевать, двигаться. Я выбираю зарубежные песни только вот по такому принципу. А если я слушаю русскую музыку, если слушаю русские песни, русских исполнителей, то для меня важно, чтобы я понимала смысл песни, чтобы она что-то для меня несла, что-то для души, для головы, и чтобы мне... Была какая-то история, приятно, да? Да, чтобы послушать какую-то историю. Может быть, не свою, может быть, чью-то, может быть, чему-то научиться от этой песни. Понятно. Очень важные слова. Для ног иностранная, а для головы и для души русская. Для души. Спасибо. Роза, ну а у вас есть какой-то вопрос к молодежи? Сейчас мы, каждая страна, республика, живем отдельно своей жизнью. В наше время мы жили единой страной. Вот вам хотелось бы общаться представителями других республик, другой национальности, узнать о них побольше. Есть ли у вас сейчас интерес вот к нашей огромной бывшей стране? Как люди жили, как общались, как дружили? Мы лично, вот наше поколение сохранили это отношение, дружбу. Как у вас с этим? Здравствуйте, меня зовут Марк. И я, конечно же, у меня очень много друзей из разных стран. И я люблю познавать их культуру, узнавать что-то новое. И мы постоянно в классе собираемся с друзьями и что-то обсуждаем. Я, например, рассказываю про традиционные российские блюда. И у меня есть друг из Узбекистана, он нам рассказывает про свои блюда. Про плов, про да, манты. Да, конечно же. Понятно. Ну и вот, мне как бы хотелось побольше друзей из разных стран, чтобы узнавать что-то новое. Мне кажется, что это очень полезно для молодежи, потому что это развивает кругозор, да. Перенимайте какие-то... Традиции, ритуалы, какие-то обряды. Обычаи. Все Роза, интересно. А интересно. Как будет «здравствуйте» на вашем языке? Салем. 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 Вот, зайдешь в интернет и сразу всем пишешь. Салем. Ты уже новое слово знаешь. Салом. Салам. Шалом. Дорогие друзья, вот Роза Рымбаева с Казахстана. А кто из вас скажет, сколько народностей проживает в Казахстане? Много. Очень много русских, во-первых. Вопрос на засыпку. Друзья, более 100 этносов. Можете поверить? Вот хотел сказать. Более 100 этносов. Ничего себе. Да. А я вам хочу сказать, мое детство прошло в Казахстане, в город Кентау, который построили греки вместе с казахами. Моих родителей выслали с Кавказа. Куда они ехали, они не знали. И высадили их в казахских степях. И я хочу сказать, и низкий поклон казахскому народу, как они встретили этот греческий народ. Как они, с какой любовью, болью, переживанием, вниманием и заботой, чтобы люди смогли прижиться в совсем других условиях. Самые тяжелые годы, 49-50-е годы, вместе строили кирпичики из глины и соломы, делали кибитки и вот так вот поднимали большой-большой город. Так что я обожаю, люблю казахский народ и спасибо вам огромное. Роза, с каким посланием или обращением вы хотели бы к нашим телезрителям обратиться? Я очень благодарна за эту встречу, за эту программу, за то, что я имела возможность благодаря вашей передаче повстречаться с миллионами телезрителей не только России, а всего СНГ, я так думаю. Я просто сегодня счастлива. И, конечно, хотелось бы побывать с концертами в ваших городах.
в столицах ваших, потому что в свое время, в советское время, мы гастролировали по всему Советскому Союзу, и везде нас принимали как своих лучших певцов. И нигде нас, ну, не было вообще разговора о том, что мы представители там Казахстана, что мы другой нации, нет. Нас встречали как советских артистов эстрады, да, везде. Большое гостеприимство было. Ну вот сейчас в зале может оказаться достаточно большое количество молодых людей, которые не помнят советскую Розу Рымбаеву. Вот что, какое послание у вас было бы к этим вашим зрителям, которые, возможно, придут? Песня. Я думаю, молодым, что о Советском Союзе, о том, что мы были единой страной, надо рассказывать родителям, своим детям. Вот мы, я своим детям всегда рассказываю, что мы были единой семьей, что не было разделения на нации, мы были единой дружной семьей и гастролировали как представители Советского Союза по всей стране, и за рубежом мы представляли Советский Союз. Так что мы все надо были... жить в мире, да, в мире, единой семьей. Надо общаться, надо дружить. Надо ездить друг к другу в гости. Например, в Ташкент за пловом надо поехать. К нам в Алматы приезжайте. Роза, ну я думаю, что самый главный подарок всем, и вашим поклонникам, и тем, кто сегодня, молодым ребятам, которые, может быть, сегодня впервые вас видят, я уверена, будет песня в вашем исполнении. Наше время. Программа, в которой встречаются два разных поколения. И нам всегда есть что сказать друг другу. Чтобы поняли, чтобы помнили, чтобы умели любить.